сканирования. О. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже милостивый, будь ко мне грешным. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, Вездесущий весь мир наполняющий, Источник благ и податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благую душу нашу. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши. Святые, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила, и слава во веки. Аминь. Встав после сна, мы преподаем к стопам Твоим благо. И ангельскую песню возглашаем Тебе сильную. Свят, свят, свят Ты Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, с постели от сна Ты поднял меня, Господи, ум мой просвети и сердце. И открою уста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Ты Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья, и деяния каждого обнаружится. Со страхом воскликнем полным. Свят, свят, свят Ты Боже. Молитвами Богородицы помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Восстав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие, и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне получаться Слову Твоему, уразумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою. Открой уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце и воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Называй какой псалом всегда, Сергей. Слава Иисусу Христу! Псалом 70. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня,
и освободи меня, преклони ухо Твое ко мне и спаси меня. Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться. Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя Ты. Боже мой, избавь меня из руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя, ибо Ты надежда моя. Господи Боже, упование мое от юности моей, на Тебе утверждался я от утробы, Ты извел меня из чрева матери моей. Тебе хвала моя не перестает, для многих я был как бы дивом, но Ты твердая моя надежда. Да наполнится уста мои хвалою, чтобы мне воспевать славу Твою, всякий день великолепие Твое. Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя. Не оставь меня, ибо враги мои готовят против меня. Подстерегающие душу мою советуются между собой, говорят: Бог оставил его, преследуйте и схватите его, ибо нет избавляющего. Боже, не удаляйся от меня, Боже мой, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и исчезнут враждующие против души моей. Да покроются студом и бесчестием ищущие мне зла. А я всегда буду уповать на Тебя и умножать всякую хвалу Тебе. Уста мои будут возвещать правду Твою, всякий день благодеяния Твои. Ибо я не знаю им числа. Войду в размышления о силах Господа Бога, воспомяну правду Твою, единственно Твою. Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои. И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей рода сему, и всем грядущим могущество Твоего. Правда Твоя, Боже, да превыспренних, великие дела соделал Ты, Боже, кто подобен Тебе? Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня, и из бездны земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешал меня, и из бездны земли выводил меня. И я буду славить Тебя на псалтире, Твою истину, Боже мой, буду воспевать Тебя на куслях, святые Израиля. Радуются уста мои, когда я пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил, и язык мой всякий день будет возвещать правду Твою, ибо постыжены и посрамлены ищущие мне зла. Боже, даруй царю Твой суд и сыну царя Твою правду, да судит праведно людей Твоих и нищих Твоих на суде, да принесут горы мир людям и холмы правды, да судит нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит притеснителя, и будут бояться Тебя, доколе прибудут солнце и луна в роды родов. Он сойдет, как дождь, на скошенный луг, как капли, орошающие землю. Во дни его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе не перестанет луна. Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли. Падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах. Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань. Цари Аравии и Сава принесут дары, и поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему. Ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему и убогому, и душу убогих спасет. От коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет кровь их пред очами его, и будет жить, и будут давать ему от золота Аравии, и будут молиться о нем непрестанно, всякий день благословлять его. Будет обилие хлеба на земле, наверху гор, плоды его будут волноваться, как лес на Ливане,
И в городах размножатся люди, как трава на земле. Будет имя его благословенного век, доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его. И благословятся в нем все племена земные, все народы ублажат его. Благословен Господь Бог, Бог Израиля, единый творящий чудеса, и благословенно имя славы его вовек, и наполнится славою его вся земля. Аминь и аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго пред Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мою недостойную уста, и восхвалить Святое Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Восстав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песнь спаси, припадаю к стопам Твоим, называю Тебе. Не дай мне уснуть греховной смерти, но сжалься надо мной, добровольно распявшись, скоро подними меня беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве. После сна ночного пошли мне ясный, безгрешный день, Христе Божий, спаси меня. Владыка, человеколюбчив, встав после сна, я спешу к Тебе и по милосердию Твоему принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения, и спаси меня. И веди в царство Твое вечное, ибо Ты мой Творец и Источник, и податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, и я возношу Тебе хвалу, ныне всегда и во веки веков. Аминь. Господи, по обилию Твоей благости и по великому Твоему милосердию Ты дал мне, рабу Твоему, прошедшее время этой ночи, провести без напасти, без всякого и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, удостоен меня при свете Твоей истины, с просвещенным сердцем исполнять Твою волю, ныне всегда и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий, сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущих, и озирающий долы земные, наблюдающий сердца и помыслы, ясно ведающие тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затемненного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы, в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно. И очисти нас от всякой нечистоты, плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенной мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славой воздать каждому по делам Его, да найдет у нас не лежащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповеди Его, и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, и непрестанные голоса торжествующих, и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир. Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Святый ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного, и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся мою руку, и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела,
Прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. Сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и содел меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами отгони от меня ничтожного, несчастного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, удали все скверны, лукавые, хульные помышления от несчастного моего сердца, помраченного ума моего, погаси пламень страстей моих, ибо я нищ и слаб, и избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, и освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословенна от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Молите о нас, святые угодники Божии. Андрей, Сергей, Анатолий, святая Елена, молите Бога о нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Так что? Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Делай. Угодники Божии, Игнатий, Роман, молите Бога о нас. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой, благословен ты между женами, благословен плод чрева твоего, ибо ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей твоих, благослови принадлежащих тебе, помогая православным христианам побеждать врагов и сохраняя силы креста твоего, церковь твою. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного Игнатия, батюшку Иоакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей, и всех православных христиан. Подай им Твои земные и небесные блага. Не лиши им милости Твоей, посети их, укрепи силой Твою, дар им здравия и спасения души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Покой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, братьев, родственников, благодетелей, всех православных христиан. Прости им все их грехи, вольные и невольные, дары им Царство Небесное. Со святыми покой Христе, души рабов Твоих, правцев, отцов и братьев наших. Там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородицу, всегда блаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слова, достойную большей почести, чем Херувину, и несравненно славнейшую, нежели Серафину. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи Иисусе Христе, Сын Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери, преподобной Богоносных отцов наших, и всех святых, помилуй нас. Аминь. На Тихоньче молитесь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Слава Вышних Богу на земле мир, в человеках благоволение. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов. Аллилуйя!
ибо нет иного Бога, кроме Тебя, хвала Тебе. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя, покроем опором любви от нечестивых и злодействующих. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога мне грешным. Благодарю Тебя, мой ангел, за эту ночь прошедшую. Столько лет Ты хранил душу мою, спасая от опасности видимых и невидимых, и предупреждая о них. Не покинем смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, и введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать. И каждому дары жилье Сергею Гавриилу. Святитель Христов Никола Мирликийский, чудотворец, образ кротости воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Да укрепит Господь народ свой, дабы не страшиться царей начальствующих и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя! Молите Бога на святые пророки Божии, пророк Илья, Елисей, Нох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрок и пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия из этой жизни не засталось неготовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Да дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы. Игнатий Богоносец, Поликарп, Смирнский, Устин, Философ, Косьма и Дамиян, Андрей, Стратилат и Ерон, мученик. Климент Римский, Климент Анфирский, Анфимий Комедийский. Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников. Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас. Дабы никто не принял начертания зверя Антихриста. Анфим и Вениамин, дай веру, старшие родители, за такое ложное воспитание. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем, Сирин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий, Радонежский, Степан, Пермский, Серафим, Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл Мехподий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет. И все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас. Да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замысел еретиков развея, в ничто преврати. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетовая, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Ипс, Прескила и Акила, Андроника, Юния, Киприяна, Устина. Да дарует Господь послушание, молчание, целомудрие и стыдливость, и сохрани их от всяческого поругания. Аллилуйя! Спасибо, Господи, помилуй митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священный Реакима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амросия, Вадима, Зосима, Рита, Андрея, Владимира, Максима, Андрея, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра,
Диамид. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Диадора. И дай нам еще священника, если угодно Тебе. Смири власти и воинства их, и через них сотвори благое церковь Твоей Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Ардагена, Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, и где война идет. Утиши враждующих. И даруй мир Израилю, Господи, и помилуй. Слава Тебе, Боже наш, за прошедшую ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобой. Для сего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас здесь, и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Игоря, Серафима, Алексея, Иосифа, Романа, Владимира, Никиту. Пошли добрых жителей, знающих Тебя, любящих уставы Твои с детьми, и сохрани школу. Аллилуйя! Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадрих, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Олегкину. И расширь пределы общины, найди новые души, побуди всех на благовестие. Аллилуйя! Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, Щадрих, Валентину, Валентину, Надежду. Дмитрий, Олега, Алексея, Александра, Александра, Александра. Михаила, Нину, Анну, Георгия, Юрия. И нас помилуй, милости Твоей, я ради. Возри на врагов, разруши их замыслы безумные против нас. Мягчи их сердца, Ты сам облечи их, и в судный день не помяни их безумие. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, благослови благодетели наши. Елена Анастасия, Евгения, Евгения, Наталья, Максима, Владимир. Посети болящих, дай силу все перенести. И даруй им здравия, Сергея, Алексея, Александру, Александру, Фаину, Калерию, Игоря, Марию, Валентину, Валентину, Неонилу. Спаси нас, Господи, и помилуй. И благослови Ольгу, Марию, Григория, заповедавших нам молиться о них. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, путешествующих, Раисы два, отступников Николая, Михаила, Александра. Наставь на путь спасения, сохрани их от всякой ереси, ибо вне церкви нет спасения. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. От пьянства избави Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Юрия, Светлану, да познают Тебя единого истинного Бога, и кроме Тебя нет иного Создателя, Творца. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Прими нашу молитву, Господи, воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. Соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас, во благо нам. И прими, Господи, нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушай Ты, да слышит раб Твой. Аминь.
доброе утро. Доброе утро. И дальше продолжим тему одну о благовестии. У нас была тема открыта. Это помогает уразуметь, что к чему. Дальше говорится, это из книги «К истинному православию», нашей книги. Иероним Стридонский. Это почитаемый на западной части церкви, так же, как у восточной, Иоанн Златоуст. Таких пастырей Иероним Стридонский называет антихристами, а молчащих Василий Великий называет идолами. Иконы, крестик, религиозные картины, музыка, песни духовные – все это благовестие по мере сил. Распространить истину в книгах, по радио, телевидению – это дар свидетельства о Христе. Книгоноша Евангелия в романе «Бесы» Достоевского зовет к подражанию. Яков Полонский повествует о слепом проповеднике с мальчиком-поводырем, который однажды решил отлучиться по своим делам, а миссионеру сказал: «С вершину видали тебя пастухи, какие-то старцы стоят на дороге, вот жены с детьми, говори им о Боге, о сыне распятом за наши грехи». И старца лицо просияло мгновенно, как ключ, пробивающий каменный слой, из уст его бледных живой волной высокая речь потекла вдохновенно. Без веры таких не бывает речей. Казалось, слепцу в славе неба являлась, дрожащая к небу рука поднималась, и слезы текли из потухших очей. Ну вот догорела заря золотая, и месяца бледный луч в горы проник. В ущелье повеяла сырость ночная, и вот проповедуя, слышит: «Старик, довольно, пойдем, никого уже нет». Замолк грустно старец, главой паникая. Но только замолк он от края до края. Аминь! Ему грянули камни в ответ. В годы сталинского режима верных служителей Бога ссылали на перековку в морозилке севера. Настанет день, и скажет Бог всесильный: «Довольно, север, пленников отдай! Пришла весна, посев настал обильный, моих сынов на труд выпровождай! Падут оковы, цепи разорвутся, Христовы воины свободу обретут, великой силой духа облекутся и слово истины в народы понесут». Всегда говори только о том, что сам пережил, хорошо понял. Эпиктет и Остион, жития такие есть, повторяли только: «Я христианин», то есть заранее договорились на допросе два слова повторять. Иные повторяют: «Христос царствует». Это первые христиане поднимали один перст на аренах перед львами: «Христос регна». «Христос умер за нас и воскрес». 1 Коринфянам 15 глава. Самарянке достаточно было одной беседы, чтобы привести к источнику воды живой город Сихарь. Разбойник же сказал лишь: «Господи, помяни». И этого было достаточным, чтобы его Господь исповедал в небесах. Чтобы двинуть мир, двинься сам сначала. В пользу проповеди все. И рождение, и смерть, и мир, и война, и здравие, и болезнь. Только говори по Писанию, как его истолковали святые отцы Вселенской Церкви. Шестой Вселенский Собор, 19 правило. Не прибавляй к Слову Божию ни мудрству излишне, чтобы слово было о Христе, о спасении, строгое и благостное. Говори и знай, когда и где молчать. Говори главное, многое в немногих словах. Будь как знающий вместе, как умеющий молчать. Не говори ему оскорбительных слов, не обременяй его требованиями. Прежде, нежели начнешь говорить, обдумывай. И прежде болезни заботься о себе. Многоречивый опротивит. И кто восхищает себе право говорить, будет возненавиден. С безрассудным много не говори, к неразумному не ходи. Сирахов 32.10, 31.37, 18.19, 20.8 стих и 22.12.
тайну Цареву прилично хранить, а о делах Божиих объявлять похвально. Делайте добро, и зло не постигнет вас. Книга Тавита 12.7. Прочтем материал о русском языке, о дозволенности проповедовать о Христе. Кто-либо неправославный не поймет, о чем речь. И так ведь понятно все, что надо на родном языке читать. Да, истина настолько ясная, но нас приучили жить во тьме непонятности, невозрожденности. Сказано же, прежде было, первые христиане причащались из деревянных чаш с золотыми сердцами, а теперь из золотых чаш деревянными сердцами. И вот из материалов Собора Российской Православной Церкви 1917-18 годов. Четвертый пункт определения АП2. Для большего же усиления и развития православного христианского благовестия, сообразно с требованием нашего времени, весьма желательно привлекать к делу способных к проповедничеству благочестивых мирян, причем может быть допускаемо и на церковной кафедре за богослужением, с благословения епископа и местного священника. Третий пункт. С чего начинать устроение православного прихода? Прежде всего выяснить, кто действительно принадлежит Церкви Христовой. Итак, представ мертвым погребать своих мертвецов. А ты иди благовествуй Царствие Божие. Лука 9:60. Это повеление каждому христианину. А ты иди проповедуй. Это кому же сказал Господь? Говорят, я ничего не знаю. Ну, ты столько знаешь, сколько знал, бесноватый. Да пока Господь исцелил его, он и вообще не знал, кто он такой. Он падал, испускал пену. Сатана через него страх наводил. И тут он решил, чтобы с ним случилось что-то хуже. Тоже, Господи, а я за тобой пойду. Нет, ты уже уверовал. Уверовал, не воцерковился. Я знаю примерно 5 поганых слов, самых поганых в церкви. Может быть, 6. Это первое, воцерковился. Нет такого слова. Там есть рождение свыше. А сатана его заменил словом воцерковился. А что это означает? Ну, напишите, воцерковился. Приучили ходить, стоять, свечки ставить. А еще больше-то знает, где поклониться. Нет такого слова, повторяю. Дальше, каноническая территория – это обман. Каноническая территория у человека – вся земля. Вся. До последнего квадратного метра. Куда бы тебя Бог ни послал, иди и проповедуй. Не молчи. Или есть такие слова – деноминация, конфессия. Это дьявол прикрыл слово «ересь». Где говорят «деноминация, конфессия», вы сразу внутри себя в голове трансформируете. Они спрашивают, какой ереси принадлежит. Не употребляйте этих слов, чтобы Бог не наказал. Святые запрещают подмену слов делать. Прямо спрашивайте, а ты к какой ереси принадлежишь? С кем бы ты ни встретился, если он не православный? А то какой конфессии? Нет этих слов. А у православных, батюшки, везде что? Экономия. Это дьявол придумал слово. Дьявол, повторяю, дьявол. Не сам человек. А что он означает? Распущенность, вседозволенность. И вроде... послабление дают. А кто тебе позволил давать послабление? Человек, который живет в трудах, он делается крепче. И который питается грубой пищей, хлеб у него такой. Ну, все остальное не конфеты жует, не бананы. И вот тут мы должны сказать, что да, этими словами засорили наш жаргон, засорили понятие о Церкви Христовой, ну и раз горы мусора, мы никуда и не движемся. Не упоминайте, не употребляйте никогда этих слов. Еще слово «проблема». Проблема. Проблема. Нет этого слова. Проблем. Что означает оно? Нерешенный вопрос. Замени его сразу. Отвыкните от этой абракадабры слов, которые набрали. Неверующие, сатана набрал, чтобы закрыть все. Ну вот сегодня по молению все, завтра четверг и пятница. Видимо, сегодня четверг, завтра пятница. Ну, может быть, еще и в субботу помолимся. Мы уезжаем в субботу рано. Ну, как раз в это время-то еще можно будет даже помолиться в субботу на дорогу.
Ну все на этом. Сейчас я отключать буду вас, кто слушает. И маленько, с минуты полторы-две я включу. Потому что будут события дня довольно интересные. Так.